Сыроежка. Это волнушка, а это масля. Грибы пошли. Где, когда и какие, известно не только заядлым грибникам. Преподаватель географии Дмитрий Носов с детства бродил по грибным местам Красноярска. Здесь у нас на территории города Красноярска и в окрестностях грибы есть в каждом районе. Это Емельяновский район, это Березовский район. По дороге в сторону Дивногорска везде найти можно прекрасное грибное место. Дмитрий советует быть внимательнее при выборе грибных мест. Если это будет рядом с городом или дорогами, будь это автодороги, железнодорожные пути, то подальше собирать свои грибы от этих мест, потому что у грибов есть уникальное свойство впитывать все вот это вот загрязнение в себя. Дрокино, Уяр, Балахта, Первоманский район. Делиться тайными местечками среди грибников не принято. Вот сейчас самая благоприятная погода для того, чтобы выросли опята. Опята растут в течение 2-3 дня, и их можно уже собирать. Если вы не грибник, то в городе Красноярске есть огромное количество мест, где можно их приобрести. Тарелка сборной грибной солянки – 50 рублей. На рынках есть и сушеные белые грибы, и засоленные грузди. 350 рублей – небольшая банка. На трассах, где торгуют грибники, цены выше на 300-400 рублей. Но все-таки лучше собирать грибы самому. Кто-то приходит в лес с традиционными ведрами или корзинами, кто-то с целлофановыми пакетами, которые оказались под рукой. Ведь так обидно, когда грибов море, а собирать их уже не во что. Даже изучив сайты и форумы о грибах, не надейтесь на удачу. Определять, съедобный ли гриб, на глаз не стоит. Единственный выход – знать каждый из них в лицо.